Спасти тузловские лиманы. Общественники вместе с юристами обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в системных нападениях на экологов и незаконной охоте на территории заповедника. За 2 года от руководства нацпарка было подано 70 заявлений, но ни одно из них не дошло до суда. Последней каплей стало избиение браконьерами экс-руководителя нацпарка. После переговоров замначальника прокуратуры Одесской области пообещал, что ознакомится с делом в течение месяца. Однако влиять на нарушения местной полиции не в полномочиях самой прокуратуры. Можемо писати відповідні листи. Проте, якщо буде встановлено порушення, відповідно буде реагування у наданий законом спосіб, передбачений кримінально-процесуальним кодексом. По факту избиения Ивана Русева полиция уже возбудила уголовное производство по статье «Умышленные легкие телесные повреждения». Однако адвокат эколога просит переквалифицировать дело, потому как Русев получил множественные переломы ребер. Кроме того, эколог был ограблен, у него забрали планшет, а там, как утверждают его коллеги, находились фотографии компрометирующих документов. Это уже не первый инцидент. Мы ничего не делаем. І ви нічого не робите. Може, ви ініціюєте державну охорону для Русів? Ми повідомили слідчого про те, що Русів є журналістом, і з урахуванням цих обставин просили його перекваліфікувати. Там є стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за викрадення матеріалів, які готуються до випуску або надбані журналістом.